Сейчас перерыв, и мы берем интервью у игрока команды «Акванавт». Скажите, как вам игра, как вообще ход, как развивается? Ну, как всегда, команда, традиционно наш соперник «Бетта», физически намного сильна нас, вот. Но наши технические характеристики немного превосходят их. Вот, и поэтому игра немного складывается равной, пока тяжелой и такой интригующей. Я думаю, второй тайм будет еще интереснее. Вот. А скажите, как видите в дальнейшем развитие игры? Что бы хотелось получить и какие возможности у вас для этого есть? У нас команда очень молодая, ребята еще юноши, совсем из юношеской команды. Вот. Но первая, конечно, задача у нас была поставлена сегодня, чтобы они немного обыгрались, обкатались, потому что некоторые едут сейчас на юношеский европейский чемпионат, некоторые будут на чемпионате России юношеском участвовать. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы они немного, так сказать, опыта побольше получили. Вот. Ну а что от игры ожидать? Победы. Отлично. Что ж, спасибо, что уделили нам время. Желаем вам удачи и также хорошо показать себя. Спасибо.